Ну а в Махачкале появилась еще одна штрафстоянка, на этот раз не для машин, а для бродячих коров, которые разгуливают по улицам города. Буренки и пеструхи постоянно создают аварийные ситуации на дороге, пугают детей и опрокидывают мусорки в поисках лакомства. Теперь для нарушителей создали специальную штрафстоянку, она располагается за городом. Отловом бесхозных коров занимаются сотрудники управления столичного ЖКХ. На специальной ферме, куда приводят рогатый скот, есть загоны, работает ветеринар и доярка. Корову можно только после того, как владелец представит какие-нибудь документы или справки, подтверждающие собственность на животное. Штраф за корову может достигнуть в сутки до 2000 рублей и больше, так как их не просто держать в этих загонах. Это только начало нашей работы. Этих людей, которые пришли хозяев коров, мы их предупредили строго-настрого, сказали, первый раз мы отпускаем без штрафа, без ничего. Но если второй раз обратно вы выловим ваши коров, попадут уже без спроса. На это у нас есть законные основания. Мы можем их порезать и отдать в детдома.